Больше никаких ям. Коммунальные службы Химок ремонтируют внутридворовые дороги. Сегодня работы ведут на улице Кирова. Вначале вырезают просевший участок дороги, затем снимают асфальтобетонное полотно, чтобы смазать нижний слой битумной эмульсии. И только после этого коммунальщики укладывают новый асфальт. Завершающий этап работ – выравнивание виброплитой. Состояние дорожного полотна в городском округе мониторят постоянно. Если коммунальщики что-то упустили, жители могут напрямую обратиться в управление ЖКХ. Если яма появилась, мы либо своими силами выявляем, либо с помощью там социальных сетей, взаимодействия с людьми, от них тоже узнаем, где находится яма, и выезжаем, ремонтируем. Заявить о проблемном участке можно и на портале Добродел. Главное, не забыть прикрепить к обращению фотодоказательства. Ямы во дворах ремонтируют в течение недели, а проезжую часть коммунальщики приводят в порядок за сутки. С начала года в Химках провели капитальный ремонт 18 улиц и ликвидировали почти 4000 ям.